Бригада строителей ежедневно ходит в школу. Уже усилили несущие конструкции и фундамент, приступили к внутренней отделке. Выровняли стены, залили полы. Проверить, как идет реконструкция, приехал глава администрации Самары Олег Фурсов. Сделали через одно окно с электрическим пивом, чтобы нажал кнопочку, открылась. И пока ушла, уже пошла. И опять это самый дешевый. Тем более активное движение спортивных. Олег Фурсов высказал ряд замечаний и к скорости проведения работ, и к техническим решениям. Например, по поручению главы администрации оконные конструкции заменят. Затраты по этой части будут пересмотрены. Исправят также систему вентиляции в спортивном зале, чтобы не было сквозняков и дети дышали свежим воздухом. Претензии у Олега Фурсова есть также и к содержанию строительной площадки. Недоволен грязью во дворе, очень замусоренная территория. Все это выводится на центральную улицу города. Я думаю, здесь будет административное взыскание в адрес подрядчика. Недоволен замусоренностью этажей. Это говорит о низкой культуре производства работ. Они должны быть гораздо чище. В целом, по качеству ремонта, еще раз подчеркну, говорить рано. Хотя вот некоторые элементы выполнены, они достаточно сделаны неплохо. Объект должен быть готов не просто к 1 сентября, а минимум на 2 недели раньше этого срока, резюмировал Олег Фурсов. Поддержкой со стороны областных властей заручились. Губернатор Николай Меркушкин принял решение досрочно профинансировать завершение работ. Кроме того, к началу учебного года кабинеты необходимо будет оснастить мебелью и учебными пособиями. Со стороны городской администрации контроль усилится. Раз в неделю сотрудники будут приезжать на строительную площадку с инспекцией. Марианна Мирная, Дмитрий Мешканцов. События.